Меня зовут Мадина, мне 20 лет, по национальности я чеченка. Я родилась в городе Шали, Чеченской республики. В 99 году, когда началась война, мы переехали на постоянное место жительства в Москву. И с тех пор здесь живем, работаем, учимся. У чеченцев есть такое подразделение, называется тейпы. Я по тейпу Эхшбату. Мой отец тоже Эхшбату, а мама Эрсно. А насколько мне известно, ни в роду матери, ни в роду отца не было ни одного не чеченца. У нас, сколько можно просчитать, наше поколение, все чеченцы. И меня выбрали как представительницу чеченской национальности, но у нас девушки, мужчины, все очень разные.